Хей, йога, смешмики, мы продолжаем проходить игру под названием Элиот Квест. Короче, что-то игра идет очень херово, и я потерялся. Поэтому что мы делаем? Да по сути ничего. Потому что я даже не знаю, что мне надо делать. Ладно. О, нихера, он еще в обратку летит. Опа, еще есть одно новое место. Да ладно. Вот это на самом деле очень хорошо, нужно запомнить момент, чтобы я через долг... ну, да. Долго-долго не шел через лес. Ну, погнали куда тогда? Только в болото. И оттуда мне нужно будет тогда сейчас быстренько... открывать сундучки. Найс. Чтобы уже об этом проклятом болоте тоже забыть, да и все. А, вот это место. Все, наконец-то нашел. Ладно, не беда.
Так. Так, ну мне кажется, я правильно на уши иду. Потихоньку, ну правильно. Я очень долго буду качаться, короче, не докачаюсь. Короче, есть какая-то способность, походу, с помощью которых я смогу отпрыгивать именно от... Именно от врагов. Я ненавижу этот уровень. Почему я в натуре сердце сразу не прокачал? Thank you.
Ну, три раза подряд крит. Ну, в принципе, ожидаем, что его так разнесет. А все, а все получается. Больше нету куда идти. Я чисто все уже облазил. Поэтому да. Еба. Оказывается, там, где треснутый камешек, изображен, его можно взорвать. Я решил просто протезить, потому что я еще. Жопа просто. Я просто столько времени потратил на то, чтобы ничего не произошло. Что с интернетом, блядь? Ну что, интернета нет. Короче, она говорит, хуй знает. Ну что она говорит? А, интернета нету. Нужен какой-нибудь, я почти слышу мой дедушка. Интернета нет, оказывается. Он оставался где-то здесь. Плюс пол сердца. И то у нас получилось полное сердце. Очередное место, которое я не знаю, что делать. Угу.
Плохо то, что интернета нету. Это очень плохо. Очень-очень. Ладно. Чем здесь? Такое спокойствие. В наши дни у меня не так много клиентов. Закрыто. Если ты согласишься, этот город начинает устанавливать немножко странным. Все, есть интернет. И не заставляй меня начинать с этого, жуткий волшебник. Куда все подевались? Когда я был моложе, у нас были... такие милые вечеринки. Я бы не стал просто красть каждый открытый сундук с сокровищами. Ты знаешь, вещи имеют свойство возвращаться к тебе. Типа, я становлюсь плохим? Да не, морально у меня никак не изменилось. Так. Добро пожаловать в мой... сарайчик. Ну, кстати, за 400 я могу купить еще, почему бы нет. Иногда кажется, что осталось всего 16 человек. На этом вшивом острове. Да ладно. Обновление. Получаю свои обновления. У меня есть шлемы, у меня есть железные стрелы. Они входи в лувр лес без него. О, неплохо. Теперь у меня улучшены стрелы. О, меч какой.
А может быть, когда-нибудь я пойду на материк. Все, наконец-то мы можем двигаться дальше. А дети в наши дни я посеял одного, который возился на кладбище. А думаю, это полезнее, чем играть в настоящие игры. Вы видели эти сумасшедшие монстров, бродящих по вселенской местности? Интересно, откуда они взялись? Тром. Стоп, еще есть сооружение. Закрыто. Когда все уезжают, люди говорят, что я сумасшедший, раз открываю бизнес. Но я хочу помочь острову и купить заброшенный магазин. Мне нужно еще несколько монет. Хотите инвестировать в сообщество? Вы не имеете таких денег. Ладно, надо собирать эти деньги. Идешь в горный храм? Удачи. Это место было разрушено в течение многих лет. Я могу починить там мост за определенную сумму. Так, 80 монет, да? Ты знаешь о волшебнике и в башне? Очевидно, он и этого мудрый парень. Раньше мы были друзьями. Какая неловкая размолвка. Короче, мне нужно 80 монет, чтобы починить мост. 150, чтобы чуваку задонить. Привет, Эллиот, я... О, неважно, может быть позже. Блин, там, ну там по-любому что-то есть, но меня туда не пускают. Ладно. Кто ты? Понимаем. Ну, пойдем только куда я могу. Стоп, я сюда тоже могу? Тогда в пещеру идем. Да, теперь я двойную урону ношу.
Наверное, у меня такое не должно было получиться. Ну ладно. Ай, блин. Ну ладно. Да, мне нужно нахера монет. Почему нет? У меня как раз хватает камней. Короче, Африка, когда я паду, я и умираю, оказывается. Это же типа снег. Ты чё? Ну, по идее, только так. Надо будет пойти еще пособирать бомб, кстати, чтобы не покупать. И все, ради сундука. Кстати, могу мост уже отремонтировать. Вчера съел калитон. Монеты не живучие. Так, подожди, хотите сказать, там типа проход есть? А. Вот, видите, треснутая стенка. Вот за это я говорил. Кстати, наверх я мог бы подняться. Mm-hmm.
Вау. Круто. Типа за счет летучих мышей сейчас можно будет фармить. Охренеть. Да, это жопа уток фармить. Ага. Стоп, я могу двигать это? У меня еще жизни оставались. Кажется, сейчас кто-то отлетит. Так, если что, не забывай, мне надо... Бац. С одним хп, блин. Так вот, пиздец. Я ураган нашел, сука. Почему у меня 2 хп и меня сносят? Где мои полтора хп? А, точно. Нихера себе. Стоит пытаться? Да, попробуем. Мне бы одну хпшку выбить.
конечно, почему? Нахер я туплю? Не, в натуре. По сути, херню делаю. Они хотят, чтобы я уничтожал. А я не хочу уничтожать. Понимаете? Найс. Сука, живем. О, босс. Найс. Я не понимаю, а как я должен атаковать? Можно мне понять, что мне вообще делать? Не, босс, в принципе, прикольно, но... То, что я не знаю, что мне вообще делать с ним. Это не очень прикольно.
Я не знаю, что я здесь что-то вообще получаю. Просто куда-то иду. Хера себе. Ладно, шутками шутками, а что мне в натуре делать? У меня же больше магии никакой нету. Короче, я чекнул насчет этого босса. Мы его не убьем. Потому что у меня нету определенной способности. Я не знаю, походу я должен был сюда вообще хер знает куда идти. Тихо. Бля, все, минус опыт тот, который я получил. Просто заебись. Понимаете, то есть я мучился, пытался сюда залезть, а теперь я отсюда с лестницы могу. Ладно, бог помог. Бог помог.
Не-не-не, давайте я не буду рисковать, лучше побегу безопасно. Ну, обидно, конечно, то, что я зря сюда столько времени тратил. Ебать, тупой ты волк. Вот это меня могло сейчас убить. Оказывается, я должен был потратить на то, чтобы починить мост. Пиздец просто. Почему я должен, обязан возвращаться и... Я дошел до босса! А в итоге... Ничего. Еще этому 150 надо задонатить. Ладно, я приступлю за работу. И когда я доделаю, дам тебе знать. Ну, это все хорошо, сын. Окей. Ненавижу эту игру. Ладненько, давайте на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.